Ольга Бузова вновь удивила поклонников, дав очередной повод для сплетен. Во время недавнего концерта поющая телеведущая сменила нижнее белье прямо во время мероприятия, естественно, за кулисами. Соответствующие выводы сделали сами фанаты, отметив, что перед началом выступления звезда предстала в полупрозрачном платье с черным бельем, а уже на самой сцене предстала в светлом белье. Сами поклонники не знают причину подобного поступка, ведь это кажется не совсем логичным и уместным решением. Возможно, все дело в наряде Бузовой. Поскольку он был полупрозрачным, то белье наверняка играло важную роль в ее образе. Тем не менее, посетители концерта отметили очень эффектный образ Бузовой, а подписчики в социальных сетях оставили ей большое количество комплиментов.